Внимание! Управление МВД России по городу Магнитогорску просит горожан о содействии. УВД располагает сведениями, что граждане, которых вы видите сейчас на своих экранах, имеют отношение к совершению противоправных действий на территории нашего города. Если у вас есть по этому поводу какая-либо информация или вы узнали этих людей, необходимо сообщить об этом в Управлении МВД России по городу Магнитогорску по телефонам 8-35-19-23-58-02 или по телефону доверия 8-35-19-29-80-02. Анонимность гарантируется.